Здравствуйте, дорогие зрители, это Elite Dangerous. Сегодня выполним один квест. Многие из вас о нем знают, многие не знают. Выдается он в системе Майя. Как только мы пристыковались, и вот здесь у нас профессор Палин выдает нам квест. Инопланетные предметы, 4 штуки товара. Нужно привезти торгойская биомасса. 23 миллиона награда. Значит, мы принимаем квест. Они рандомно выдаются на разные вот эти вот контейнеры, на разный груз. От 1 до 4. Больше 4 мне не попадалось. Я несколько раз выполнял этот квест, но решил записать, показать. Берем. То есть это нам удачно, что попалось именно на 4 штуки. Это самый дорогой. Если одна штука товара, то там 4 с чем-то миллиона награда идет. Приняли. То есть, когда мы открываем карту, нам ничего не показывает, где этот товар брать. То есть, нарисовано, что вот нам сюда привезти его надо. Летим в систему вот этот HIP-171-25. Ну, многие из вас там были. И третья планета, первая луна, А3А получается. На этом спутнике газового гиганта находится, ну, как раз вот это крушение мелкой торгойской тарелочки. Летим туда. Нужен SRV и нужен, как же он называется, антикоррозийный трюм на 4 тонны, получается, 2 штуки вам придется их брать. Но я думаю, можно и без антикоррозийного трюма попробовать. Я не пробовал. Ну, взять ремонтные с собой блоки. Странно, мне штраф не дали за то, что я с ним столкнулся, а скорость была превышена. Отдаляемся от станции и совершаем прыжочек. Тридцать с половиной лет, то есть если на каких-нибудь крупных кораблях, которые столько не прыгают, то это 2 прыжка. И что еще? Один нюанс. Стоимся к тому, что когда мы получим этот груз, во-первых, он может быть незаконным. Если у вас 2 прыжка, он в других системах чаще всего незаконный. В Майе все в порядке с ним. Вот. Готовьтесь к тому, что за вами будут охотиться, перехватывать. Так, мы приближаемся. Ребят, значит, какая штука? Координаты -65, 48. Ну, это мы еще увидим. Но у меня эта тарелочка, она уже просканирована. И у меня она уже есть. Вот она, краш сайт. Выбираем и летим на нее. То есть, если вы ее не сканировали, вам придется искать ее по координатам. И не путайте вот с этим вот. Это маяк для туристов. Приземлиться лучше всего поближе. Ну, чтобы далеко не ездить, соответственно. Ну вот, почти приземлились, да? Готово.
Так, и выезжаем. Развернуть. Так, где она? Так, и сейчас я забыл уже, что нужно. Так, это не то. Торгуйская биомасса. И вот сюда едем, с этой стороны, вот между горой и тарелкой лежат вот эти канистры. Ребят, они не всегда могут быть те, что вам нужны. Также их можно найти в логове вот торгоидов. Но это нужно вам артефакт. Он сейчас по-другому называется, чтобы логово открыть. Так, и... А, ну все, я правильно смотрел. Вот сюда. Торгоидская биомасса. Вот она одна здесь есть. Также выдаются квесты и на смолу, и на технологию. Открываем трюм. Берем. Вот та, по-моему, еще у нас не на радаре. Мы ее сейчас проверим. Смола. И вот здесь она лежит. Мало. То есть больше их нету здесь. Ну, ребят, как обычно, релок. Так, тормозить. И они поменяются. Вот, и они попадали, новые уже. Торгоидская биомасса. Пожалуйста, вот это, я так понимаю, ближе. Трюм открыли. И забираем. Готово. То есть две штучки мы взяли, нужно 4. Все, на корабль скинули. И там вроде еще у нас была одна. Сейчас мы ее заберем. Иногда все одинаковые появляются. Так, только смолу вижу, вот там дальше что у нас? Смола. Технология. То есть опять все не то. Опять релок. Можно сюда же, ну, в ту же группу, то есть не обязательно менять соло открытое и так далее. Это не важно. Они все равно должны поменяться. Грузим на корабль. Все, мы 4 штуки собрали. Так, теперь сканирование. Тут тоже не все так просто. То есть вот на тарелочка это. Ее в таргет нам никак не взять. У меня она возьмется в таргет, я думаю, скорее всего. Нет, ее нету здесь. То есть для этого нужно подпрыгнуть.
Вот. И мы ее выбираем. Вот она выбралась. И вот он значок. И вот так сканируем. У меня не назначено на сканер. Вот. И сканируем. То есть, когда значок этот появился, я... Он где-то внизу, и он куда-то перемещается, летит этот значок. А, сейчас я переназначу на гашетку. Вот так. Нет. Вот так. Вот, и... А то взлетаем, когда она у нас появляется. Я заходил с другой стороны. Она здесь не появляется. Со стороны, как получается, ну, верха вот этой тарелки. Вот, грубо говоря, приблизительно вот так вот. Вот мы ползем. И где-то вот здесь мы подпрыгиваем. Нужно выбрать таргет ее. Вот она. И вот полетел значочек. И вот так сканируем. Ну, у меня уже загружены данные. Вот, если именно вот так нужно сканировать. Дальше она исчезает. Вот. И после этого у вас он появится на карте при подлете к планете. То есть вам не нужно будет каждый раз лететь по координатам. Ну что ж, возвращаемся. Других способов просканировать не знаю. Может быть, как-то и можно. Может быть, можно поставить корабль, на него запрыгнуть, и чтобы у вас нос вниз был, встать и просканировать. Так, погрузка. Значит, далее что? Не всегда... Нам нужно вести именно на Obsidian Orbital. Ну, сразу карту откроем. Где она? То есть в мае всегда, но не всегда на Obsidian Orbital. Не всегда на станцию. Иногда бывает, что здесь есть рядышком с этой станцией планета. Возможности посадки и там база. Иногда бывает, что нужно вести туда. Так, нет, на этот раз на станцию. Иногда бывает, что вот на эту планету нужно вести. Ну что ж, летаем. Я предполагаю, что есть возможность этим квестом фармить бабосы. То есть летим сюда, на анаконде, ставим туда все эти трюмы коррозийные. Возвращаемся назад на станцию. Берем миссию, а у нас же в трюме уже есть нужный материал. И сдаем сразу. Материал еще остался какой-то у нас в трюме. Релок. Вылетаем со станции, залетаем. И по факту стыковки нам Палин опять выдает, значит, задание. И, наверное, можно так. Но я думаю, это муторно и долго будет. Так что я бы не советовал. А вообще так, чтобы если поправить свое положение финансово, то можно пару раз это задание сделать. Я, по-моему, уже раз в четвертый делаю. Так, незаметна цель. Ну, сейчас облетим. Высота маленькая, давай подальше отлетим от планетки. Долго ползет по орбите. А, вот, все. Ребят, незаконный груз получается в мае. Я думал, все в порядке. То есть я сначала вам неправильно сказал. Груз незаконный.
Хотя вот мы прилетели в систему, нету надписи, что у нас груз незаконный. А когда прыжок туда совершаем, то пишут, что незаконный груз. Не знаю, да. Ну, это связано с, наверное, теми фракциями, которые здесь рулят. То есть для какой-то из фракций незаконный, скорее всего, для контролирующей, а для той, которая преобладает на станции, наверное, он законный. В общем, ребят, не знаю. Да и, в принципе, это не так важно, для меня это не интересно. И все. И в доске объявлений. Вот здесь у нас выполненное задание. Сдаем. И получаем свои 23 миллиона. Ну а на этом все, друзья. Спасибо, что смотрели. И всем пока.